Друзья, всем привет! Вы на канале «О жизни в Польше». И в этом видео приготовила для вас информацию, как можно выгодно перевести деньги в Украину или в другие страны. На моем канале уже существует несколько видео на эту тему, и я пользовалась активно способами, теми, о которых рассказывала раньше, но, к сожалению, все не стоит на месте, все очень активно, интенсивно меняется, и та система, о которой рассказывала вам в предыдущем ролике, она, к сожалению, в последнее время изменила тарификацию. Достаточно часто прибегаю к таким системам, поэтому для меня это действительно насущный вопрос. Почему бы не сэкономить и не найти что-то выгоднее и удачнее, да? И я нашла систему TransferGo. И сегодня в этом ролике хочу вам рассказать об этой системе. Свои впечатления, свои наблюдения, свои советы. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Для меня решающие факторы были однозначно это время и стоимость. В TransferGo очень удобно, что у них фиксированная комиссия, всего лишь 9 злотых, плюс есть процент за конвертацию. Но при переводе вы всегда видите конечную сумму, которую получит адресат. Это очень удобно. И, возможно, там на первый взгляд может показаться, что курс гораздо ниже, чем может быть в других системах, но если вы переводите большую сумму, то комиссия, которую вы выигрываете в результате, получается гораздо выгоднее. Конечно, если вы переводите, там, например, 100 злотых, то может быть это несущественно. Если переводить через MoneyGram или Western Union, вы все равно заплатите дороже. Плюс время. Данная система работает в банковское время, в рабочие дни. И если ты отправляешь с утра, то уже буквально к вечеру адресат получает деньги на счет. Это очень быстро, по-моему, одна из тоже самых быстрых систем. Понятное дело, что если выходные или праздники, эти дни уже нужно учитывать, и человек получает перевод в первый рабочий день. Второй факт, немаловажный факт, это фиксированный курс. Если вы отправили перевод, и в день перевода был определенный курс, то человек, даже если получает перевод после праздника, все равно он получает эту фиксированную сумму, в которой был внесен этот кредит. Поэтому это действительно очень важно, и не будет, если вам действительно важно, какую сумму получит человек, вы не будете переживать по поводу скачков курсов, особенно если это перед выходными или праздниками. Третий факт – это выгодный обменный курс. Выгоднее, чем в банках или в обменниках. Я уже однажды говорила о той системе, как мы везем с собой деньги в Украину, когда едем в отпуск. Очень удобно, ты по высшему курсу переводишь просто с польской карты на украинскую карту и получаешь средства на свою поездку по более выгодному курсу. Это же плюс. Конечно же, в этой системе ты всегда можешь контролировать статус своего перевода. И как в подобных системах, TransferGo, у них есть своя партнерская программа. Если вы считаете это видео полезным, если вам оно помогло, то под этим видео я оставлю свою партнерскую ссылку. Если хотите, вы можете зарегистрироваться через нее или же по своей собственной. Я надеюсь, что это видео вам поможет, оно будет для вас полезным и сэкономит вам денежку в будущем и, конечно же, время. Всего самого хорошего и до следующей пятницы. Всем пока!